первый долг, брачный союз и дети. Но от тебя потребуется больше. Наша семья сражалась ради победы республики, а теперь нам нужно ее отстоять. Все идет к войне. Гай не отдаст власть. Как и Цезарь, он противостоит Сенату. Итог непредсказуем. Люди устали от войны. Они восславят диктатора, если тот установит мир. Я не хочу быть диктатором. Я хочу быть богом. Я знаю, как спасти республику, но сначала нужно ее разрушить. Ты должна понять. Мужья и жены, матери и дети, кровь и яд. Этому не будет конца. Все эти тайны, слухи. Дело не в том, чтобы защитить мальчиков. На кону власть. На кону все. Ливия Друзилла, это очень опасная игра. Ты все принимаешь как должное, будто оно твое по праву. Права могут отобрать. Как было со мной. И ты готов рискнуть всем, что имеешь? Мы устанавливаем правила. Не грусти, Агриппа. Если ничего не выйдет, просто всех убьешь. Я дочь Марка Сильвестра. Я не нарушаю слова и не бегу. Ты уже вернула власть Сенату? Я пытаюсь, отец. Правда? Пытаешься? Или власть тебя уже опьянила?